Ну-ка, давай, обними родителей. Обними папу. А, молодец. Мама! Что, мама? Дочка, у твоих родителей серьезные финансовые трудности. Угу, как обычно. А у тебя всегда есть деньги. Ничего не завалялось. Мама! Кстати, папа хочет очень серьезно с тобой поговорить, да, Коля? Да. Мы тут с мамой заглянули к тебе в институт и узнали, что у тебя там серьезные проблемы. Мы посоветовались и решили, надо тебе бросать это все к чертовой матери. Вы хотите, чтобы я бросила танцы? Боже упаси, тебе надо бросать институт. Во-первых, это реально дорого. А во-вторых, никаких перспектив, да? Никаких. Ну, я же хотела стать учителем, пойти по стопам мамы. Поверь мне, если бы мама могла, она бы пошла по твоим стопам. Точно. Вот сегодня день учителя. А? И где мои выпускники? Они все здесь. Они пришли к тебе, а не ко мне. Вон они. И деньги они должны были потратить на цветы мне. А они их засовывают в трусы тебе, и это правильно. И слава богу. Слава богу. Я хотела, чтобы на меня смотрели дети. На тебя смотрят их папаши. Да, у тебя реально талант. Вон Петрович с 7-го подъезда каждый день меня благодарит за дочь. Все, ладно. Мой выход. Дома поговорим. А мы тебя здесь подождем. Да. Вы у меня и так все деньги уже забрали. Ты не представляешь размер наших материальных трудностей. Доченька, может, тебе лучше мамины труселя одеть? У них реально больше денег поменьше. Больше. Папа! Ладно, ладно, все. Давай, ни пуха, ни пера. Ты смотри. Хотела сотку от нас спрятать. Вот гадину воспитали. Так, это 500. Можно взять и 65.